Картина Джорджоне была создана в начале 16 века, около 1510 года. Интерес художника к человеческой жизни и цикличности был близок эстетике итальянского возрождения. Новая гуманистическая ориентация Ренессанса наиболее заметно проявилась в учении о человеке, который в гармонической, а значит прекрасной, иерархии мира занимает первое и высшее место. Человек, его природа, вызывает большой интерес, как нечто новое, непознанное, закрытое строгими рамками аскетичной культуры Средневековья. Возникает потребность осмыслить такие категории бытия, как жизнь и смерть с позиции новых знаний о мире. Композиция картины проста. В центре фигуры мальчика, молодого мужчины и старика. Несмотря на очевидный лаконизм полотна, Джорджоне передает замкнутое пространство с условным темным фоном. Персонажи практически статичны. Произведение наполнено глубоким философско-эстетическим содержанием. Картина имеет два плана – реальный и символический. Первый позволяет увидеть в персонажах полотна представителей разного возраста. Второй дает возможность воспринимать фигуры как аллегорию одной жизни в ее разные периоды – юность, зрелость, старость. В работе художник использует популярную в конце 15-го – начале 16 веков технику сфумато. По мнению многих исследователей, венецианский живописец нисколько не уступает таланте передачи дымчатой светотени, мягко обволакивающей изображаемые фигуры Леонардо да Винчи, признанному мастеру этой техники. Так уже современник Джорджоне Джорджо Вазари отмечал, природа наделила его талантом столь легким и счастливым. Его колорит в масле и фреске был то живым, то ярким, то иногда мягким и ровным, и настолько растушеванным в переходах от света к тени, что многие из тогдашних лучших мастеров признавали в нем художника, рожденного для того, чтобы вдохнуть жизнь в фигуры и передать свежесть живого тела. Можно отметить, что подобная техника придает большинству полотен Джорджоне загадочность, недоговоренность. Легкая дымка, едва размывающая силуэты фигур, усиливает впечатление реальности изображаемого пространства. Персонажи картин к таким произведениям исследователи часто относят грозу. Однако в работе «Три возраста» мягкий темный фон используется мастером скорее не для визуализации мистической атмосферы, а для создания впечатления сакральности происходящего, таинства совершаемого акта. Какое же действо изображается на полотне? Как отмечают Штукенброк и Теппер, персонажи картины олицетворяют не только периоды человеческой жизни. Здесь угадывается тема обучения юноши тайнам музыки. Сам Джорджоне был прекрасным музыкантом. Вазари отмечает, что художник услаждался игрой на лютне столь усердно и со столь удивительным искусством, что его игра и пение почитались в те времена божественными. И потому благородные особы нередко пользовались его услугами на своих музыкальных и иных собраниях. Тема музыки имеет в картине живописца сложное многоплановое решение. С одной стороны, она раскрывается в сюжете картины. Старик и мужчина приобщают юношу к таинству музыкального искусства. С другой, музыкальность полотна создается ритмом его композиции, ритмом, заданным расположением фигур. Зрительные образы мальчика, мужчины и старика представляют собой эллипс, что рождает впечатление камерности и связанности. Персонажи полотна образуют некое гармоничное единство. В контексте музыкальной тематики их можно ассоциативно связать с тремя нотами, взятыми единым аккордом. Кроме того, тема возраста, осмысливаемая художником, перекликается с мотивом формы музыкального сочинения.
юность, зрелость и старость могут ассоциативно связываться с частями и последовательно составляющими музыкальное творение, экспозицией, разработкой и кодой. Возникает метафора «жизнь» – музыкальное произведение со своим началом, серединой и последним завершающим этапом. Музыкальная тема позволяет выявить в полотне Джорджони следующую смысловую направленность. Музыка – искусство, близкое к идеалу, любая нота в ней лишена недостатка. Человеческая жизнь, уподобляясь музыкальному произведению, совершенна, и каждый возраст в ней прекрасен. В связи с этим следует обратить внимание на решение художником мотива старости, олицетворением которого на полотне становится фигура пожилого человека. Джорджони трактует старость не как немощность и увядание. Напротив, старик, изображенный итальянским мастером, имеет облик величественного, спокойного и мудрого человека. Он единственный из изображенных обращен к лицу к зрителю. Такой художественный прием живописца представляется не случайно. Джорджони тем самым создает впечатление диалога между персонажем и смотрящим произведением. Взгляд человека, находящегося на последнем этапе жизненного пути, словно призывает задуматься о человеческой природе, о том, что человек смертен. Однако в этом образе нет трагических нот, он не вызывает гнетущих мыслей о кроткости и бренности человеческого существования. Подобная трактовка художником темы старости позволяет увидеть идею гармонии человеческих возрастов, каждый из которых по-своему совершенен, подчеркнуть естественность их чередования. Кроме того, живописец интересно осмысливает в картине тему взаимоотношения поколений. В культуре еще античных времен широко распространено представление о конфликте отцов и детей. Джорджони же показывает абсолютное согласие, царящее между героями картин. Не случайно художник выбирает форму погрудных портретов, что позволяет ему сконцентрировать внимание на лицах юноши, мужчины и старика. Они одухотворены, спокойны, величественны. Таким образом, в основе интерпретации художником проблемы возраста лежит идея гармонии, неповторимой прелести каждого возраста человеческой жизни.